Привет, друг мой. Был на рыбалке, наловил всякой вот мелкотни. Тут подглядел у людей из Сибири. Они такое что делают, называют такой желтый полосатик. Дайте я вам покажу. Нам всего нужен там рыбка. Сейчас мы ее особым способом разрежем и зальем соевым соусом. Больше ничего. Я уже делал. Делал из окуней. Мне очень понравилось. Мы их разрежем. Но не до конца. Вот так их развернем. Можно, когда она не чищенная, делать от верхнего плавника. Раскрывать, голову отрезать также и почистить. Но я что-то в этот раз так сделал. Ну, вот такие вот делаем. Давайте, погнали. Сделали. Заливаем. Больше ничем. У меня есть один специалист по желтым полосатикам. Он мне непременно при встрече скажет, что это не желтые полосатики, чтобы он добавил туда еще чего-нибудь. Я с ним совершенно согласен. Но это те, которые готовлю я, и они очень понравились мне. Причем рыжий настолько свежий, что ее можно, извиняюсь, есть уже через пару часиков. Но я оставлю до... Сейчас 3 часа дня. До завтра, до утра. Пусть помаринуются. 12 часов дня. Уже почти час следующего дня. Сколько? 22 часа. Что делаем дальше? Дальше вот что делаем. Есть крючочки. Здесь уже, в принципе, не принципиально. Можно за хвост ее зацепить. Можно вот за этот, допустим, там бачок ее сделать. Вот так вот. Запах вкусный. Так, что дальше? У меня палка. Вешаю на палку. Тут по бокам табуретка, внизу газета, чтобы на дубовый паркет не капало. И где-нибудь у батареи. И она уже, в принципе, к вечеру, завтра утром она точно будет готова. И будем пить пиво. Так что, до завтра. Ну вот, утро следующего дня. Готово. Пива не будет. Шутка была. Запах свежей рыбы. Ну, я окуней, как говорю, окуней я пробовал, он очень вкусный. А вот уклейка с подпичкой. Первый раз пробуем. Ну что, вкусно она без чешуи. Ой, шкурка вкусная. Обалденно, ребят. То есть быстро, вкусно. Угу. Ну, рад вас был опять видеть всех. Заходите в гости, не забывайте. Всем пока. Рыбку ешь, сами не куда ты, моя хорошая.